Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня мы сделаем обзор, как и обещали. Покажем микроавтобусы. Вот, поэтому заходим на рынок, смотрим, что продается, сколько стоит. Раскладываем сиденья, смотрят трансформацию салона. Так, ребят, давайте начнем. Вот смотрите, стоит целый ряд микроавтобусов. И сирены, и эксквайры, и вокси, и нохи, и гибридные сирены, гибридные версии. Вот, к сожалению, сейчас взяли ключи у продавца, да? Машины все позамерзали, не хотят открываться. Вот открылся только у нас НОХ. Итак, это НОХ. Как видите, это уже новый кузов, свежий кузов. Фары линзованные, туманки, массивная передняя решетка. Он на светлом салоне. Сейчас мы откроем салон, посмотрим. Автомобиль 2014 года. И автомобиль это 4WD. Установлено литье. Автомобиль на зимней резине. Сейчас вот, знаете, про каждый автомобиль вкратце будем просто показывать внешний вид, да, внешний вид. И открывать салончики, смотреть. Естественно, будем заглядывать под низ автомобиля, потому что я смотрю, вам это понравилось. Хромированная решетка, спойлер, камера заднего вида установлена. Бесключевой доступ на автомобиле. Итак, автомобиль, 3 ряда сидений. Сзади идет сплошной ряд. Ну, третий ряд, можно сказать, тоже идет сплошной. Сейчас, в данный момент, вы видите, как сиденья третьего ряда, они сложены. То есть они крепятся у нас наверх. Тем самым образуется очень большое багажное отделение. Плюс ко всему есть ниша. Там запаска, ну и ниша довольно-таки глубокая. Да, то есть что-то мы туда, в эту нишу, можем с вами положить. Сейчас посмотрим второй ряд сидений. И разложим третий ряд. Комплектация есть с электродверьми, есть без электродверей. Вот он, собственно, второй ряд сидений. Сиденья у нас, они ездят вперед. Образуется проход на третий ряд сидений. Спинки у нас, кто-то просил узнать, да, как раскладывается спинка. Спинка раскладывается практически, вот видите, как в ровный пол. Сейчас отодвигаем. Отодвинули до конца. Давайте попробуем сложить переднее кресло. Так, чтобы его сложить, нужно сделать вот так. Вот так. И уже опустить. Смотрите. Убираем подголовник. Ну, ровная поверхность у нас здесь не образуется, да, но при желании, если кто-то хочет переночевать в этом автомобиле, просто покупаем матрас, кладем матрас, ну и в принципе, можно будет спать. Средний, второй ряд сидений, есть у нас подлокотник, здесь идет 2 подстаканника, небольшой бардачок. Как видите, на улице снег, поэтому в автомобиль залазить мы не будем, да, с ногами. Но сразу хочу сказать, места в автомобиле много. То есть просторно будет, я думаю, на третьем ряду тоже будет просторно. Хотя, в принципе, сейчас посмотрим. Итак, монтированы колонки, ручки. Тоже ручка, очень удобная. Управление печкой. Вид на передних пассажиров вместе с водителем. Как видите, установлен большой монитор, просто огромный. Здесь у нас подлокотники. Ну, давайте переместимся туда. Дверная карта идет пластик, тоже пластик, небольшая тканевая вставка. Кнопка старт вот такого интересного плана с красной окантовочкой идет. Подогрев дворников, одна электродверь, отключение айстопа. Вот, далее идет круиз-контроль на автомобиле установлен, идет мультируль, вариатор, печка, двойной климат-контроль. Вот это вот выдвижная такая вот небольшая полочка. Ну и как вы видите, да, есть проход на второй ряд сидений. Здесь у нас идет очечница. Верхний бардачок, нижний бардачок. Лежит аукционный лист, 4 балла, 107 тысяч пробег на данном автомобиле. Ну, давайте, наверное, сейчас посмотрим моторы 2-литровые. Посмотрим, как раскладывается третий ряд сидений на данном автомобиле. Итак, чтобы разложить третий ряд сидений, то есть он на защелочках, на ремешках, мы его просто отщелкнули, ножка выдвигается автоматически, мы просто опускаем с вами сиденье. То есть оно у нас фиксируется, нет, эту сидушку мы не будем опускать, оно у нас фиксируется, видите, оно зафиксировалось, и поднимаем спинку сидений. Спинка сиденья у нас поднялась. Регулируется. Ну, естественно, она у нас регулируется. Надо показать, насколько она отъезжает назад. Спинка. Так, чтобы отрегулировать спинку, вот здесь есть у нас
шнур такой небольшой. Да, хлястик. При желании, ребят, смотрите, наверное, все-таки, давайте, знаете, что с вами сделаем? Вытащим подлокотник, и попробуем закрыть заднюю дверь. Закроется она? А мы посмотрим на это из салона. Да, дверь закрылась. Еще одна небольшая махинация, да? Если мы сделаем с вами вот так, В принципе, здесь получается тоже кровать, да, и, наверное, все-таки будет удобнее, не так, да, как я вам показывал, вот это разложить сиденье и вот это, а все-таки второй и третий ряд сидений. Мы стелим сюда небольшой матрасик, убираем подголовники, ну и будет нам комфортно. Итак, это у нас был Toyota Noah, 2014 год, 4 ВД, стоимостью 1 миллион 140 тысяч рублей. Давайте сейчас посмотрим Toyota Voxy. То есть вот стоит три автомобиля, 16 год, 4 ВД. Здесь год не указан, 4 ВД. 2014 год, 4 ВД. Сейчас один из них мы откроем, ну и посмотрим по трансформации салона. Итак, друзья, нам открыли автомобиль 2016 года, V-комплектация, 1 миллион 270 тысяч рублей. То есть, по сравнению с новым, да, измененная решетка, фары другие, бампер другой, установлен датчик при столкновении, автомобиль на литье, на лете, повторители, бесключевой доступ, родное лобовое стекло на автомобиле. Вот сейчас, смотрите, третий ряд сидений, он у нас разложен, да, разложен. Давайте посмотрим, сколько там места. Место, в принципе, там неплохо. Ну, трансформация здесь будет то же самое, что и в Нохе. Поэтому, наверное, давайте мы раскладывать все-таки его не будем. Просто покажем вам салон. Электродверь. Чтобы открыть электродверь, не надо дверь куда-то пихать, тянуть. Просто ручку потянули на себя. Дверь у нас открылась. Ну, здесь уже салон идет у нас темного цвета. Также встроенные шторки, управление печкой, дуйки, лампочка, подсветка. Проход на первый ряд сидений. Дверная карта, друзья, все то же самое. Тот же самый двойной климат-контроль. Ну, вот там единственный бардачок выезжал. Здесь у нас идет подстаканник. Объем двигателей, напоминаю, 2 литра на вот таких автомобилях. Электрические стеклоподъемники, регулировка зеркал, дверь, можно ее выключить, отключить, отключение датчика при столкновении, движение по полосе, старт-стоп, круиз-контроль, кожаный руль. Пробег на автомобиле 164 тысячи. Ну, я так понимаю, пробег это не скрученный. Да, есть, которые крутят пробег, есть, которые не крутят. Ну, и состояние автомобиля 4 ВД. Капотное пространство большое, в принципе, все ясно, удобно и доступно. Сейчас мы еще снизу посмотрим на 4 ВД автомобиль. Видите, да, 160 тысяч, ржавчины нету. Закрываем. Итак, это был у нас Voxy 4 ВД, 2016 год. Следующий автобус, который попался нам на пути. Ну, это, друзья, это просто нечто. Это король минивэнов. Реально, король, не минивэнов, а король микроавтобусов. Итак, это Toyota Wildfire. Автомобиль 2015 года с объемом двигателя 2,5 литра, 4 ВД. И это гибридная версия автомобиля. Посмотрите, как он выглядит шикарно. Какие японцы все-таки молодцы. Туманки, сонары, двойные фары, литье, родное литье, летняя резина, шилдик гибрид, повторители, хромированные ручки, много хрома, здесь хром, здесь идет хром, широкая массивная боковая дверь. Сверху тоже идет хром, спойлер, E4, гибрид, сзади установлены сонары.
электродвери. Начнем с багажного отделения. Камера заднего вида на автомобиле установлена. Багажное отделение, оно немного завалено, но можно примерно прикинуть, что сюда влезет. Сиденья, как вы видите, тоже крепятся на защелке, крепятся по бокам. Багажное отделение, конечно, оно намного больше, чем в Воксе и в том же самом Нохе. Там у нас присутствует ниша, но туда мы лазить не будем. 4 ВД и низ автомобиля. Монитор, как видите, большой. Печка, диодная подсветка идет по бокам. Электродверь. Бесключевой доступ в автомобиль. Правая дверь тоже электро, как и левая. Два капитанских кресла. Подлокотники. Ну, я так понимаю, здесь можно тоже соорудить себе кровать. Далее, рычажок. Подставка для ног. Поднимается очень удобно. Ладно, ставим на место. Столик. Вот он, столик, и 4 подстаканника. Так, ну давайте как-нибудь сейчас я вот так сюда залезу. Немного. Места, поверьте, здесь очень много. Родной аукционный лист на автомобиль. Автомобиль целый, без покрасов. Пробег 101 тысяча. В спинках передних кресел идут кармашки. Поручень. Что еще вам показать? Дверная карта, по низу пластик, кожаная вставка. Встроенная тонировка, назовем это так, монтированы пищалочки. Сколько он стоит? Стоимость автомобиля 2 миллиона 455 тысяч. Он стоит на дроме. Так, ладно, сейчас с этим разберемся, как он делает. Поверху идет диодная подсветка. Вот она, видите, загорелась. Все, но я имею в виду не вот это, да, вот, а именно вот здесь идет диодная подсветочка. Ну и так же, как и открываем, да, двери, как они закрываются, ручку просто на себя вот так тянем. Дверь у нас едет. Привет. Итак, кресло водителя. Кожаные вставки, ткань, электро. Посмотрим, насколько она опускается назад. Ладно, пока опускается, идет кожаный руль, полный руль, круиз-контроль, кнопка старт, стоп, музыка JBL, здесь шилдик Wellfire, широкий бардачок, кожаный, электронный ручник, сама панель. Я так понимаю, сонара, либо какой-то компьютер стоит японский. Смотрите, сиденье опустилось у нас полностью. Теперь его поднимаем. Не быстрый это, конечно, процесс, не быстрый. Так, ну давайте я немножко понаглею, ноги отряхну, сяду в автомобиль. Как не посидеть на таком автомобиле-то? Торпеда, кожа шикарная, практически ровная, просто огромная. Места в автомобиле очень много, потолок высокий. У меня просто, ребят, слов нету. Итак, давайте посмотрим на двигатель. Так, не упасть бы здесь. 2,5 гибрид. Гибрид идет здесь полноценный. Кстати, на таких автомобилях можно сделать тест остаточной емкости. Давайте еще покажу сейчас место со стороны пассажира. Переднего пассажира. Двери мне нравятся, как они вот открываются. Такие массивные прям. Тоже идет электро. Здесь идет подставка для ног, она идет электро. Ну, шикарный, конечно, шикарный семейный автомобиль. Там бархат, представляете, бархат внутри обито.
USB вход, прикуриватель, не прикуриватель, а розетка 12 вольт. Бардачок, внутри тоже идет бархат. Выдвижной подстаканник, не каждый его может заметить, что он там находится. Итак, ребят, это у нас был Toyota Wildfire, автомобиль 2015 года, полноценный гибрид 4WD. Друзья, есть еще вот такого плана автобусы, это Хайсы, там Ниссаны, Караваны и так далее. Их на рынке тоже довольно-таки много, но это отдельная тема. Когда-нибудь мы сюда доберемся. Они дорогие, они не дешевые, они стоят все больше, чем 1,5 миллиона. Но такие автомобили, они уже покупаются не для семьи, да, а, наверное, все-таки по большей части для бизнеса. К ним мы обязательно вернемся, но я думаю, это будет уже, наверное, в следующем году. Но это он уже, у нас уже стоят микроавтобус-внедорожник. Да, вот стоит два автомобиля. Значит, зеленый, 14-й год, 2,4, бензин, есть дизеля. 1 миллион 450 тысяч стоит вот этот автомобиль. Литье, зимняя резина, боковые двери сдвижные, тоже три ряда сидений в этом автомобиле. Так, итак, нам открыли серенький, да, такой темно-серый цвет. Автомобиль 2012 года, 4WD, 2 монитора, 8 мест. Внимание, цена. Цена 1 миллион 60 тысяч. Знаете, почему такая цена? Потому что автомобиль пробежный. Мотор 2,4. Зимняя резина, литье, бесключевой доступ. Не, надо открывать. Начнем с багажного отделения. Опять же, третий ряд сидений, он сейчас у нас убран. Он также крепится по бокам на вот таких защелках. Монитор. Что, раскладываем? Да? Крючочки такие интересные. Ну, здесь ножка у нас не автоматом идет, ножку надо ручками вытаскивать. Вытаскиваем ножку, опускаем. Ну и поднимаем. Оба, как бы мне это сделать? Вот так. Оба. Поднимаем спинку. В спинке идет вот такой вот сетчатый, да, можно это так назвать, кармашек. Также идут подголовники. Удобство. Два подстаканника, ручка. Ну и просто у нас идет дуечка. Сейчас мы это дело все на место сложим. Так, второй ряд сидений сплошные. Есть также, где просто два капитанских кресла. Подлокотник, подстаканников здесь нету. Смотрите, даже вот японцы, да какие они все-таки молодцы. Вот мы в салон заходим, и здесь не то, что пластмасса, а здесь коверчик лежит небольшой. Сидушки у нас ездят вперед, назад. Либо уменьшаем место, либо увеличиваем место. Немного залезем. Значит, спинка водителя, кармашка нету, спинка пассажира, кармашек есть. Также идет по два подлокотника. Здесь посередине встроена консоль с четырьмя подстаканниками. Ну, к этому мы сейчас вернемся. Вот эти два подстаканника идут для задних пассажиров. Дверная карта, основная масса 80% пластика. И вот здесь идет ткань, встроена колонка, идет подстаканник. Монитор, подсветка, подсветка. За ручку взялись, вышли с автомобиля. Сиденье идет обычное, оно у нас тоже складывается, да, сиденье сложили, разложили, те сиденья сложили, можно сложить третий ряд сидений, ну, короче говоря, ребят, кровать у нас здесь, однозначно кровать у нас здесь получается, бесключевой доступ, лепестки переключения передач, кожаный руль, указан пробег 82 тысячи.
отключение антибукса, бензобак, вот это что за кнопочка, я не знаю, встроенная пищалка, колонка, подстаканники. Ну вот я почему говорил, да, то что мы вернемся с вами именно к этому столику. Вот действительно, вот здесь столик и два подстаканника для передних пассажиров. Здесь у нас идет розетка, выдвижной подстаканник, просто бардачок, включение. То есть автомобиль, да, у нас идет либо 2 ВД, можем включить 4 ВД, можем включить блокировку. Управление печкой, управление климат-контролем. Под климат-контролем тоже бардачок. Что тут еще показать? Со стороны пассажира два бардачка, верхний бардачок и нижний бардачок. Двигатель показывали, под низ не залазили. Сейчас залезем под низ. Давайте вот здесь посмотрим. Ну, грязно, ничего не увидим. Итак, это Делика 12 год, 2.4, 4 ВД, пробежная, 1 миллион 60 тысяч рублей. Это у нас уже идет Nissan Serena в очень хорошей комплектации, комплектации Highway Star. Можно сказать, максимальная комплектация. Данный автомобиль, он еще и гибрид, но гибрид, ребят, здесь идет, к сожалению, неполноценный. То есть сразу бросается в глаза: фары линзованные, хромированная решетка. Итак, 14 год, 2 литра, они все 2-литровые, гибрид, 2 электродвери, 2 монитора, 8 мест на автомобиле, родное ниссановское литье, хорошая летняя резина, повторители, бесключевой доступ, электродвери, двери боковые, как вы видите, сдвижные, ветровики, все Япония. Задняя часть автомобиля, стопарь, практически на всю, на половину высоты автомобиля. Хромированная решетка, дворник, спойлера нету. Дополнительный стоп-сигнал. Итак, мы немного подготовились. Дверь потянули. Смотрите, какая получается здесь кровать. То есть все складывается, подголовнички убираются. Кладем сюда матрас. Ну и реально можно спать. Я думаю, вид на задней части будет намного лучше. Реально получается просто кровать. То есть легли, да, сюда можно книжку какую-нибудь положить, можно стаканчики поставить, монитор, сюда положили подушки, включили фильм, лежим, смотрим фильм. Сзади небольшой багажничек, но он идет глубокий. Ну и давайте сейчас все это поставим на место. Итак, вот сейчас у нас все, мы в принципе поставили все на места. Ну, кстати, задние сиденья, они крепятся по бокам. Средний ряд сидений вмещает 3 человека. Посередине идет подлокотник. Вот, но при желании, вот эту вот консоль, да, мы можем отодвинуть полностью вперед. Сейчас мы вдвоем это сделаем. Ой, надо подтолкнуть мне. Вот так, оба. Сюда мы сейчас с вами вернемся. Что мы здесь видим, наблюдаем? То есть у нас образовался проход на третий ряд сидений и два капитанских кресла. В данных автомобилях левое сиденье, его можно сместить в правую сторону. Вот он, рычаг. Это очень удобно. Все. Ну и также сидушки, они в ровный пол у нас не складываются, спинка. Сзади, забыли сказать, идет столик с двух сторон для третьего ряда сидений. Еще назад. Вот так, отлично. В принципе, все можно сделать, да, одной рукой. Вот, итак, подвинули консоль вот эту в переднюю часть. Не надо. При желании сейчас мы можем сюда усадить 3 человека. Но, конечно, это небезопасно. И нет, это он идет назад. Да, здесь у нас нет крепления. Это, конечно, небезопасно, но просто так, там, ради прикола, можно покататься. Итак, здесь мы видим ниша, верхний бардачок, пульт управления.
нижний бардачок. Автомобиль у нас аукционик лежит. Что тут лежит? 4 балла. 4 балла, не вижу где. Пробег 76 тысяч. Указан в аукционном листе. Вот эти сиденья у нас тоже ездят вперед-назад. И надо сложить, наверное, спинку переднего сиденья. Она складывается вниз или не складывается? А теперь вперед двигаем саму сидуху и спинку еще вниз до конца. Да. Да, она тоже складывается. То есть при желании можно там, да, поспать. А кто там, не знаю, спать не хочет, разложили переднее сиденье, спиночку, спинку чуть-чуть надо откинуть назад. Второго ряда сидений получится у нас это сделать? Откидывается она? Нет, это слишком. Ну, короче говоря, можно либо так спать, да, можно там как-то полусидя, то есть спинка, она регулируется вот во всевозможных положениях. Ладно, здесь у нас идет вот в этой консоли бардачок, подстаканник, ну и вот здесь рычаг, который все это дело нам двигает, сдвигает. Вот так раз, все, у нас получился столик с бардачком, с подстаканником. Подняли, либо третий ряд сидений. Ну давайте посмотрим, что у нас происходит со стороны водителя. И также подкапотное пространство. Дверная карта, пластик, ткань, отключение датчиков при столкновении, две электродверки, управление зеркалами, управление меню, круиз-контроль. Сиденье регулируется по высоте, ну, спинка наклоняется. Мы же вам это показывали. Кто-то коврики стелит, у кого-то газетки лежат. Так, и знаете, что еще? Что еще? Руль у нас регулируется по высоте и по вылету. Проекция. Кнопка ГЛОНАСС установлена, отключение антибукса, отключение iStop. Машина, кнопка старт, стоп, электронный тахометр, электронный спидометр. Здесь тоже у нас есть бардачок, там ткань внутри. Климат-контроль. Камера заднего вида есть? Камера заднего вида, она установлена. И смотрите, когда мы включаем камеру заднего вида, левое зеркало, левое ухо, да, оно у нас опускается вниз. Оба. Ну и, собственно, вот он сам, двухлитровый мотор. Двигателя хорошие, надежные, не капризные. Итак, это у нас был Nissan Sirena 2014 года, Highway Star, 2 литра, гибрид, стоимостью 950 тысяч рублей. Дальше у нас идет Toyota Voxy. Toyota Voxy стоимостью 1 миллион 180 тысяч рублей, 2013 год, 2 литра, 4 ВД, отключается, 8 мест, ЗС комплектация, ну, керама ее называют, белый перламутровый цвет, линзованные фары, туманки, зимняя резина, но я бы поменял литье, по бокам обвесы, хром накладки, здесь тоже идут хром накладки, ветровики родные японские Voxy. Задняя часть автомобиля, двигателя Wolfmatic 2 литра. Wolfmatic — это бесступенчатая система подъема клапанов. Ну, давайте так. То есть, в принципе, да, вот эти вот все автобусы, микроавтобусы, они схожи по трансформации салона. Здесь мы уже, наверное, раскладывать ничего не будем. Просто посмотрим на объем багажного отделения. Вот здесь багажник такой. Сиденье, как вы видите, тоже крепится у нас по бокам. Ну и посмотрим на салон. Салон здесь довольно-таки он интересный за счет комплектации. Так, второй ряд сидений. Сиденье сплошное, вмещает 3 человека. Ну, естественно, все это дело у нас с вами регулируется. Ездит вперед-назад. Подсветка реально огромная. По месту рекламировать не буду. Места очень много. В автомобиле холодно на улице, замерзли уже.
Вот печка, два подлокотника, передняя часть автомобиля. Тоже очень большой, очень огромный монитор. Идет кожаный руль. Так, ну вот здесь, видите, вот здесь коврик. Сиденья с кожаными вставками, лифт сидений регулируется по высоте, откидывается спинка, кнопка старт-стоп. Такого плана дверная карта. Ракурс, посмотрите, наверное, вот такой вот. Далее, значит. Ребят, еще хотелось бы добавить, да, вот некоторые там жалуются на продавцов. Продавцы все на рынке, все адекватные, все идут на контакт, показывают, рассказывают. Вот дали ключи, ребят, идите снимайте, идите. Снимаем все это для вас. Так, чтобы завести автомобиль, который на кнопке старт-стоп, потому что многие об этом тоже не знают, давим на тормоз, нажимаем кнопку. Автомобиль у нас заводится. Центральная панель, да, она сведена на середину. Проверка мультируля. Сейчас он загрузится. Сведена на середину. То есть информация, это индикация прогрева двигателя. Дальше у нас идет индикация бензобака, часы, тахометр, собственно, сам спидометр, аутсайд, температура на улице, минус 4 градуса. Посередине бардачок, маленький бардачок, лепестки переключения передач, вариатор, климат-контроль с двойным. То есть, что такое двойной климат-контроль? Мы можем выставить... Так, сейчас я сделаю... Допустим, смотрите, на пассажира можем с вами выставить, да, будет дуть горячий воздух. А на водителя мы можем выставить, будет дуть холодный воздух, да, то есть вплоть до кондиционера. Не знаю, насколько это полезная функция. Сейчас нам нужно выставить печечку на всех. Ну, обогрев переднего стекла, заднего стекла, ионизация. Ионизация по месту, друзья, места очень много в автомобиле. Автомобили мне такие очень нравятся. Да не только мне, это довольно-таки популярные автомобили, спрашивают о них часто. Вот, но вот почему-то все хотят очень-очень дешево. Хороший автомобиль, вы поймите, он стоить будет, он не может стоить дешево. То есть, я думаю, вы меня поняли. Ладно, здесь иена какая-то у нас лежит японская, выдвижной подстаканник, ниша, идет бардачок. Камера заднего вида установлена. Ладно, глушим. Чтобы заглушить автомобиль, достаточно просто один раз нажать на кнопку. Выходим. Ну и так, давайте вот как работает бесключевой доступ, да? Нажали, все, двери у нас закрылись. Итак, значит, это у нас был Toyota Voxy, 1 180 000 рублей. Давайте немного возьмем цен. Стоит Toyota, но гибрид, цена. Вот, блин, цены не указано. Ладно. Следующий новый стоит 15 год, двухлитровый, 1 270 000. Напоминаю, на гибридах моторы 1,8. Voxy гибрид 14 год, 1,8, 1 220 000 рублей. Нох 1 220 000 рублей. Эксквайр 1 430 000 рублей. Nissan Sirena, Highway Star 985 000. Еще одна Sirena 1 000 000 ровно. Delica 1 320 000. Давайте посмотрим на Honda Step Wagon. Это стоит у нас простой. И потом подойдем уже к более модной версии. Итак, это 16 год. Указано аукцион 4,5 балла. Но это простая версия. Это минивэн. Ой, минивэн. Это микроавтобус. Здесь мы тоже немножко подготовились. Ну, наверное, начнем все-таки с задней части автомобиля. То есть сиденья раскладываются практически в ровный пол.
Водительская сидушка подвигается вперед до упора, опускается спинка, ну и раскладывается второй ряд сидений. Кладем сюда матрасик, матрасик получается у нас кровать. Третий ряд сидений прячется у нас с вами в пол. Сейчас у нас поднять его не получится, потому что у нас будет мешаться вот это сиденье. Вот, ну, сейчас мы его поднимем. Итак, дальше. Сиденья ездят вперед-назад, то есть сидушечку сюда пододвинули, образовался проход, и на третий ряд сидений у нас разложен, мы туда спокойно с вами прошли. Ну, как я говорил, передняя сидушка, она тоже ездит вперед-назад, спинка она регулируется. Единственное, водительское сиденье, оно поднимается наверх, то есть есть так называемый лифт сидений. Так, чтобы разложить третий ряд сидений, нам, соответственно, нужно с вами поднять второй ряд сидений. Просто спинку поднимаем, поднимаем, ну и смотрите, в принципе, вытаскивается все очень просто. Раз, все, сиденье зафиксировалось. Да нет, это не надо поднимать. Увидели багажное отделение, то есть оно такое, здесь у нас идет углубленное. Также давайте попробуем все-таки сделать, то есть опустили, подголовники мы убирать не будем, и второй ряд сидений тоже попытаемся сейчас разложить, то есть его двигаем вперед до упора, поднимаем водительское кресло, подвинули, опустили, ну и в принципе, ну опять же, нету, да, ровно кровати, но тем не менее тоже можно спать. Удобство, значит. Кстати, если вот, допустим, вот это сиденье у нас сложено, вот это сиденье разложено, здесь идет специальный вот коврик, да, ручка, то есть можно зайти, присесть в автомобиль сзади. Удобство: два подстаканника, небольшой столик, три подстаканника, дуйки, печки, второй. Соответственно, складываем все на место. Вот поднялись, были внизу как-то поспокойнее, поднялись наверх, что-то ветер здесь начал задувать у нас. Так, что еще показать? Сейчас покажу со стороны водителя. Напоминаю, стоимость данного автомобиля 16 год, 1 010 000 рублей. Руль идет обычный, просто идет мультируль, дверная карта небольшая, тканевая вставка, лифт. Как я говорил, проход, подлокотник, климат-контроль. Следующий Honda Step Wagon. Ну, это у нас идет уже автомобиль помоднее. 16 год, 1,5 литра. Турбо, 2 печки, 4 ВД, 1 200 000 рублей. Без литья, резина, лето. Белый, перламутровый цвет. Ну, его мы раскладывать не будем, да, потому что по салону они одинаковые. Единственное, в чем разница, у того у нас просто откидная дверь, да, она поднимается наверх. А на данном автомобиле дверь у нас открывается в двух положениях. Сергей нам сейчас продемонстрирует, как она открывается. То есть, либо она просто поднимается наверх, все, багажное отделение, сидушки также спрятаны. Не хочу. Кстати, здесь еще есть розеточка, там розеточки у нас не было. И в том автомобиле я не сказал, да, смотрите, чтобы выйти с третьего ряда сидений, вот он рычаг ножной, мы ногой его нажали, передняя сидушка у нас отъехала. Ну и сейчас открываем дверь в бок, вот так. Вот он, тот самый коврик, о котором я говорил, да, допустим, вот это сиденье у нас с вами будет разложено, вот она ручка, ногу сюда поставили, в автомобиль сели, вон она, печка вторая. Теперь посмотрим на второй ряд сидений. Электродверь. Это не она тупит, это я немножко тупанул. Тоже сплошной ряд сидений. Тоже столики, по два кармашка, управление печкой. Ну, места не буду говорить, сколько места. Места очень много в автомобиле. Место переднего пассажира. Проход. Здесь, ну, я назову это столик, подстаканник, там подсветка, бардачок, аукционник лежит.
аукционник лежит. Здесь у нас подстаканник выдвигается, ниша. Ну и со стороны водителя сейчас тоже посмотрим. Так, просто посмотрите пока на внешний вид. Идет руль у нас обычный пластиковый, но руль идет полный мультируль. Датчик при столкновении, подогрев дворников, движение по полосе, электродверь, центральная панель перед нами, она электронная. Места много, аэрбэги в стойках есть. Ну и посмотрим на сердце автомобиля, да, которое двигает наш автомобиль. 150 лошадиных сил и всего, представляете, всего 1,5 литра. Ладно, закрываем. 16-й год, 1,5 литра, турбо, 4 ВД, 1 200 000. А еще немного цен. Honda Stepwagon, 1 020 000. 15-й год, 1,5 литра, турбо. А следующий Stepwagon, 940 000. Ну, это кузов предыдущий. 14-й год, передний привод, аукцион, 4 балла. Это что у нас стоит? Esquire, да? 1 180 000 рублей. 14-й год, это у нас стоит Voxy, бесключевой доступ, не гибридная версия автомобиля. Еще один Voxy, но вот стоит Stepwagon, 970 000. Voxy гибрид, 1 220 000.